Ის არის ეს მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავიგებთ ხვალ როგორ განვითარდება მოვლენები. რა თქმა უნდა, ეს არ ემორჩილება არანაირ ლოგიკას და ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის ფორსმაჟორული მდგომარეობა, როდესაც არის პოლიტიკური მიზნებით ხდება ამ გადაწყვეტილებების მიღება. ამისათვის რა თქმა უნდა, ყველა ადეკვატურმა და სწორმა ბიზნესმა უნდა გააკეთოს სწორება ევროპისკენ და სხვა ალტერნატიული ბაზრებისკენ. Წითელი ნახევარდგმილი ეს არის ქინძმარაული, რომლის ფასიც დაახლოებით არის $3 და წითელი ნახევარდგმილი სუფრიზღვინო ალაზნისოლი, რომლის ფასიც არის $0.82. ჩვენ პატივისცემით ვეპყრობით ყველა მომხმარებელს, მათ შორის ქართული ღვინის მომხმარებელს, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იყოს, ეს მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ისეთ სექტორში ვიყოთ, სადაც ბევრი პოლიტიკაა. ეს არის რუსეთი. აი, არის უზარმაზარი რაღაცა ხვრელი, რომელიც ისრუტავს ნებისმიერ რაოდენობის ღვინოს. აი, ხურაში აზგინა შეიტანე, იწოვს და იწოვს. ანუ იმ ხურას ჩვენ ვერ ამოვასებთ. ვცდილობთ, კი ვცდილობთ, მაგრამ რომც ამოვასოთ, ამით რა იქნება? ანუ ჩვენ გვიზიანდება ესა ხარისხი, ავტორიტეტი და უკვე ყველას გონია, ბევრს გონია, რომ ქართული ღვინო არის ის, რაც იყიდება $3. Российское же пьют не столько вино грузинское, сколько некую легенду о грузинском вине. Но и Грузия стала достаточно большим важным туристическим направлением, и люди, в том числе молодые, приезжая из Грузии, хотят пить эти грузинские вина здесь, вне зависимости от того, какое это качество. Просто это Грузия. Грузия – это большой бренд и большой миф на российском рынке. Грузия, в общем, достаточно хорошо представлена в России, но рано или поздно найдутся какие-то альтернативы. Ну, он вот, знаете, как бы колеблется, да, то есть вот в какой-то момент этот пузырь под названием полусладко-красная Грузия, он просто лопнет, да. Риск есть более ужесточение правил для вин, которые будут поставляться на территорию России. Последние дегустации, которые показывают, 80% вин пить просто нельзя. И многие приезжают и говорят, ну почему в Грузии продается такое количество хорошего качественного вина, а в России этих вин мы не можем найти. И здесь возникает вопрос, из-за чего? Спасибо.
это еще наследие бывшего Советского Союза, когда, ну, в принципе, выбирать было не из чего. Грузия всегда относилась к категории премиальных вин и лучшими винами. И, ну, при том, что, ну, там, скажем, у нас на сегодняшний день порядка 600 вин в нашем портфеле, да, ну, у меня есть мама, которой там 65 лет, да, и лучшее вино, которое там стоит привезти, это Кинзмараули, да, то есть, ну, так исторически сложилось. И таких людей существует, там, скажем, достаточно много. Стараюсь всячески развивать наших гостей в ресторане различными мероприятиями, дегустации, винные фестивали, гастроужины. И я увидел даже очень искушенных гостей, их просто вот лицо после того, как они попробовали хорошее цинандали, хорошее киси. То есть они даже от Грузии такого не ожидали. Я бы, например, рекомендовал вообще там грузинскому виноделию начинать работать над имиджем. Почему? Потому что найти альтернативу Лозаннской долины полусладкому, красному и белому достаточно легко. И тут работают только исключительно некие патриотические или другие отношения между странами, между нациями. Грузинское виноделие не ведет достаточно работы на рынке нашей страны. Самые топовые грузинские вина, те, которые, я думаю, являются гордостью грузинского виноделия, которые поменяли имидж всего грузинского виноделия в мире, они, во-первых, их не так уж легко достать. Это маленький производитель. Во-вторых, их не так уж легко продать. Но это делать действительно приятно. Если мы сравниваем их с конкретным сегментом, с конкретным стилем, то они конкурируют и весьма успешно. Потому что мы говорим сейчас о маленьких, дорогих производителях, которые производят в основном оранжевые вина и красные. Смещение на то, что у нас в Грузии есть не только Лозаннская долина, а есть еще другие, есть сухие, есть такие-то. То есть потребитель, даже встречая высококачественное грузинское вино не за 5 евро, а за 10, то вот мы другие, мы более высокого качества, мы готовы соперничать с той же Италией, Францией. Почему? Ну, потому что, когда мы уже вино делали, надо говорить откровенно, французы еще по деревьям лазили. Грузины упустили эту пальму первенства, чтобы это был не оранж-вайн, чтобы это было кахетинское вино. Об этом надо громко говорить, потому что новое поколение, которое будет употреблять ваше вино через 5-10 лет, они кушают информацию глазами и ушами. В Украине есть проблема в том, что у грузинского виноделия есть еще вот этот вот шлейф, негативный шлейф советского периода. А представьте себе их успех, допустим, на самых престижных рынках, таких как Великобритания, Скандинавия, Япония. Там просто разметают, все покупают. Знаете, как с чистого листа приняли. Твои сакви арис купеврис гуино, ари агал асианис эгмети да, унда мюакс идот исром картули гуино, ари хос, нагаса гуино ру омарис икидема Сталинис этика да Сталин. Сораториатас цамети тотхмети целидан тауицет, на чинетис базарзе оперирება, саинтересо базария имторам. Винц моих марзгуинос. И сак маот гатвицно биеребулия. И срод чинелеби упро зюрат гиребул гуинуэбс моих марен. И саги упро премиалури классис гуинуэбс яукт мотхона. Мачоли цители дауаргебули гуинуэб. Воля та схра цээрс, чуэн пирвелевам увахтнет, Японияши, кэурис гуинис катана, какидуа, чем дгом укуэ ико. Русетис базари, чем дгем чинетис базари, тгэ чуэн гуиносау кидит Шведечи, Британечи, Германияში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია არის ჩვენ შევძელით რომ შემოდგომაზე მოგვეხდინა ჩვენი ღვინის კატანა ამერიკის ბაზარზე თუმცა კი ისინი
ბოლომდე ვერ ეკვევიან ქეურის ღვინის თვისებებში, ამიტომ საკმაოდ დიდი სამუშაო აკუთვნეს დასატარებელი.